I'm alive. Говори, Майя, тут. Почему-то он решил обувь с утра мыть в раковине. Она что, сильно грязная была? Грязные штаны, Клим, они у тебя в шкафу, что ли, лежали? Пипец, в грязи. Да, они у меня в шкафу лежат. А почему? Вот и Вовка жопка. Уронил ты. Давай, давай. Что там еще есть? Мама, сейчас я схожу, посмотрю. Кнопик. Доброе утро, Вовка. Иди, хороший. Такой загорелый. Компотик. Надо Лялю проверить. Ой. Ляля там качается. Сделала небольшую зарядку. Теперь делаю зарядку лица. У меня вот такой скребок. Я им, знаете, без всяких фитнесов просто вот так вот разогреваюсь. Виски, голову, брови. Мне кажется, здесь не нужна инструкция. Просто вот так вот разгоняйте, растягивайте мышцы, разгоняйте лимфу. И обязательно после того, как все лицо вот так пройдете, главное по массажным линиям. Какой стороной, мне кажется, тоже не важно это все. Маркетинг. И главное грудь растереть вот так вот. Здесь находятся основные связки, которые тянут наше лицо вниз. Оно провисает от этого. В общем, хорошенько вот так растираем до красна. Потом вот здесь вот эти части, чтобы лимфа текла. Уши тоже нужно промассажировать. Когда две руки свободны, это проще делать. В общем, я показала. Можно даже тут сзади тоже. Можно делать это все руками. Скребок вам не обязательно в этом деле. Главное делать. Обязательно нужно показать направление мышцы, куда ей надо тянуться, куда ей надо на место вставать. Можно делать руками вот так вот. Порой это даже лучше. В общем, смысл в том, что вам не нужен скребок. Главное найти для этого времени и мотивацию. Ой, прям хорошо, руками лучше. Это мой живот сейчас. Не очень быстро восстанавливается. Насколько я помню, нужен примерно год, чтобы вернуть свой живот в прежнюю форму. Может быть, я стала старше, и процесс идет медленнее, но так есть. Зато у нас есть вот такая Дуся. Дусенька моя, да? Дизлетка моя. Какой сладкая она. Привет, привет. Вот такая вот недавно вот так вот животики у нас была. Помнишь, мама? Да. Совсем-совсем недавно, сейчас уже подросла. Подросла, ее надо взвесить скоро. Моя любовь, никаких животов не жалко ради этой кусеньки моей. Я вот так вот подросла. Я скажу всем привет-привет. Люблю-люблю. Ну, такой мякишка. Такое перышко это такое красивое.
меня такой синий рот, я ела голубику замороженную. С Вовчиком. Сейчас. Вот эта вот маленькая жучка, она такая хитрая. Ночью спит со мной. И стоит мне уйти в туалет там на минуту, она тут же просыпается и кричит. Вот как ей это удается? Принцесса на горошине. А? Чё, мой хороший? Идем к нам. Пойдем, Вовка хочет, чтобы я с ним сидела. Всем нужна мама, да? Всем. Пойдем к Вовке. Вот так. Вот такая лялина. Хорошенькая. Вовульки бананчики. Ляля нагулялась, пошла домой. Вовка мне всякие веточки дарит и говорит, ты не хочешь мой подарок. Мои любимые помощники – это масло ромашки, капельку и кокосовое как основа. Вот, на ручку я вот так массирую животик. Вот так, вот так мы массируем. Хорошо, да? Вот хорошо. Как хорошо. Клим, ты где? Я думаю, ты меня фоткаешь. Снимаю тебя. Клим, уже в школу пора. И красавчик. Мне так нравится. Будешь ходить сегодня так? Давай, одевай обувь. Уже пора в школу. Ну, хороший. Пить что-нибудь хочешь? Иди сюда, ты, кстати, не попил мамин компотик вообще. Он показывает, сколько сейчас. Он очищает воду, а он показывает. Насколько качественно очищает, да? Все правильно, Клим. Ну не спеши так сильно. Вкусно, кашка? Смузи не забудь доесть. Тебе хлеб порезать, сына? Угу, давай порежу сейчас тебе. Помнишь песню? А два кусочка... Тебе масло дать? Чтобы мазать. Давай. Ты как себя сам чувствуешь? Не очень. Плохо. Плохо. Климу показываем песню «Два кусочка». Прикольная? Вот такое у нас по ящику крутили в детстве. Без остановки. И у меня была кассета одна с этой песней. Туда-сюда мотал ее. Опа! Да погромче. А еще рюмка водки на столе. Рюмка водки? Это что за песня? Пашка. Это Цыганова. Рюмка водки? Не помню такую. Рюмка водки — это лепь современная же. Соску уронил. Срочно соску. Срочно соску. Не? Лялю? Не. Ну не. А? Вот так. Молодец. Мама принесла еды. А что принесла? Снимал? Ничего нет. Моя любимая капусточка. На мне. Молодец. Да, с подлив. Макароны с подливом. Макароны и рис же еще сегодня принесли. И борщ целую кастрюлю. Класс. Мы так идем в парикмахерскую. Сыночка, и так уже поздно. Пошли. Сейчас пока все дуванчики не сорвет. А я вот так вот с Маськой иду. Она там уснула, слава богу. Ножки, носочки. Столько растили, растили. Все-таки подстригаем, потому что постоянно крутит волосы. Мама, только не как летом. Нет. Тогда сильно коротко было. Да, он вообще не любит подстригаться. Красивый мой. Мне нравится, сынок, честно. Потому что так дольше. Потому что волосы я не крутила. Да это моя дочка. И больше никого. Это моя дочка. Зубки чисти тебя, давай. Не, ну ты видишь. Мы ждем. Какие коляски. Клим зубки почистит. Так, не лезь в лицо, иди зубы чисти. Она хорошенькая. Надо поставить.
Да. И еще надо повесить белье. Повесим. На улицу. На улицу. На твой балкон. А что там, Лёка? Потому что там подгузники, которые они высоко удобны. Лёка! Мне утром нужны штанишки. Ты думаешь, штанишек за ночь мало? Высохнут? Надеюсь. Надеюсь. Вовка, зубки чистить. Он там лазит в шкафах. Доедает вкусняшки? А-а-а. Что с мамой? Вова, Вова, пошли суп чистить. Подержи, пожалуйста, mm-hmm. руки крем. Нет? Масло какое-то. Нет. Чуть-чуть. Давай. Кажется, кто-то сейчас напьется. Главное, не обольется. И потом обибикается. Может быть такое, да. Бывало. Вторую банку пьет уже. Не забудь его поднять ночью. Забыл, да? Нет, стоп. У нас в поиске дневника. Я все сложил. Точно. А где дневник? От дневника. Нет, я тоже положил. Казахстан.